Строительная компания K7 Group в городе поздравила новоселов. Представители компании в торжественной обстановке вручили жителям ключи от квартиры в жилом комплексе «Оброй Резиденс». Радостное событие состоялось в офисе данной строительной компании. Каково мнение жителей о красивом комплексе? Что было особенного на этот раз? Одна из самых престижных строительных компаний в городе, K7 Group является лидером рынка недвижимости Западного Казахстана. Основанная в Актау, K7 Group в настоящее время продолжает активную деятельность в городах Атырау, Актау, Актюбе и Алматы. Строительство жилого комплекса «Оброй Резиденс» началось в 2019 году. Теперь вот состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир новоселам. На сегодняшний день строительный холдинг K7 Group является одним из лидеров отрасли строительной недвижимости. На сегодняшний день мы построили около 14 жилых комплексов в городе Актау. Мы активно работаем и в Атырау. Сейчас у нас это 3 жилых больших комплекса. В общей сложности 170 тысяч квадратных метров. И в Актюбинске мы уже сдали. И в городе Алматы у нас уже идут к завершению крупные проекты. Это Лафайет, а также на стадии строительства такие проекты, как Ланкашер и много других интересных проектов. В ходе торжественной церемонии вручения ключей от квартир представителями строительной компании K7 Group были организованы разные интересные игры и конкурсы. Касим Групп. Я приобрела двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Оброй Резиденс». Мы пришли за ключами. Рядом мой племянник, которого зовут Аян. Мы очень рады. От имени своей семьи хочу сказать огромное спасибо. Желаем удачи компании K7 Group. Территория с озеленением, зоны отдыха и пеших прогулок, ландшафтный дизайн. Вся эта роскошь нашла свое сочетание в жилом комплексе «Оброй Резиденс». Здесь также построены открытые игровые площадки для детей. Новый жилой комплекс отличается своей неповторимой архитектурой, придает динамику и новизну облику города. Мы желаем новоселам, чтобы их новое жилье стало для них уютным и счастливым. Отметим, что строительная компания имеет лицензию под номером 1700-8416 от 15 апреля 2017 года, выданную государственным учреждением УГ архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в офис K7 Group, который расположен по адресу улица Жарбысынова, 71. Дамир Жарылкасын, Артур Ботпанов, Жанар Сагынышқызы, телеканал Атырау.